Там урон всегда. Да, будет весело. Kavak Nol lies in Ratman hands. Fleeing it is, I fear, beyond our meager numbers. But we can at least chastise the warlord who commands the nest. His broken corpse is certain to provoke a fresh struggle for supremacy, distracting the ratmen from our labors, at least for a time. Mm-hmm. Ну что, понеслась? Вперед за старушкой и ее миньонами. Что-то пока еще никакого урона не наносится. А это периодически, типа случайно. Или что такое? Так, а сейчас получается там какое-то деяние другое, значит патроны будут, да? Будут. А еще будет куча бронированных крыс. Ага, да. Понял. Блин, что-то я не подумал, надо было тот самый молот брать. Бежит. Сзади, сзади такая тварь. Ага. Вместе веселее. Так, я пошел за этой лотнишкой. Так, здесь вроде никого. А, тут аптечка, кстати, есть. Но я ее не возьму, потому что что? Моих рук не хватает на все. Я, конечно, воин Зигмара, но я не жонглёр. Ты сам аптечка. О, смотрите, что у нас тут такое. А, ну это же легко достать. Это с другой стороны зайти. Я пробовал с отцу снизу, можно, но ты упадешь. О, кстати, тут можно. Но ты возьмешь и из пропасть вылезешь, если ты этого упадешь. Ага. Окей. Может, как-то можно виртуозно, но мне не нужно. Ага. Давай. Я пошел за гривом. Как-то на воители те, ну, да, как бы... армированные крысы, они как-то не сильно страшны. Ну, да. Особенно когда у тебя кисти. Уа. Граната. Ай. Ай, что там у тебя? Меня так немётчик столкнул в пропасть. Это меня не поднимет, к сожалению. Жаль. Опа, друг. Давай, поднимай. Поднимай, а? Спасибо, гном. Так, у меня тут... Судя по анимации, меня именно поднимал гном. Да, я что-то нажимал, все. Не срабатывало. Они так и не пофиксили этот баг. Ой. Что я не получаю периодический урон, пока на мне щиты от талантов.
Что за баг? Еще раз. Ну, есть талант у магички, у того некроманта. Да. Который 3 щита дает после призыва. Ой-ой-ой, что у тебя случилось? Ну да, нормально, сейчас мне. Вот если хотя бы один щит висит, ты периодически урона такого же, как вот эта штука, получать не будешь. Насколько я понял. И еще временное ХП, которое ты белый настакиваешь, оно не падает. Ага. Прикольный баг. Я не сразу заметил, что оно так работает. Но работает. А я все. А как ты умер? Да я за этим стоял, бил его, видимо, во мне сгорел. Как медведь? Окей. Сел в машину и сгорел. Снимает ли мне щиты периодически урон? Белый ХП точно остается. 100%. Блин, хватит уже, давайте сдохнуть. Что-то держится и держится, а? Зараза. О, а они это починили? Что именно? Белое ХП, а? Оно больше не остается у меня. А до этого оставалось, я вот недавно играл. Когда последний раз была обнова здесь какая-то? Тут, наверное, хотфиксы какие-нибудь. Ничего больше. Ну вот недавно, видимо, что-то, что было, это пофиксило. Я видел, что-то в Steam, по-моему, обновлялось, может, неделю назад. Ну вот, это пофикшено. А периодический урон, да, вроде не тикает. Семьдесят восемь, я смотрю на него, так и есть. Да. Ну теперь будет немножко сложнее, что поделать. Не пообузить. Ну чё, кто пойдет за клинским? А вы уже идете? Куда деваться-то? Окей, ждем. Так, я же все-таки эльф, я должен стоять под лунным светом. Ага. Ну, ты с луна? Ну да, тут небо есть. Вообще-то день. Окей. Так, ты тогда и книжечку тоже возьмешь, да? Да. Блин, целая банда такая бежит. Что у некроманта плохо, что эти скелеты скейлятся от сложности напрямую. Чем ниже сложность, тем они слабее. Да. А там же есть возможность это. Хрена себе, какая прям подстава. Я сейчас к ним туда занырнул, и у меня, видим, какой случайный урон прошел, что ли. Здоровье, да, возможность из нулина. Так. Ой. Это щит, который поднимает взяться? А что-то он... Я не помню. Просто он вроде не похилил, хотя должен был. Вроде должен. Я как раз таки выбирал то, чтобы... Хиляющий. Или я что-то наподобил. Можно посмотреть, потому что моба закончилась. Да, оживляет и исцеляет.
Может, это подправили, а... Ну, некромотку поправили, а здесь поломали. Может, это какой-то урон чикающий вот это как раз был, может, от него не должно быть, чёрт возьми. Потому что я получил урон, на меня тут же прилетел щит, а 3 хп не вернули. Зажали. Вроде мелочь, но так не должно. Ну что, дамочки? Бомба. Это бомбы. Ай-яй, промазал. Сзади, сзади, сзади. Сзади крыс бежит. Вот, из-за него вся музыка играла. Какой важный. Да. Хилка. Идет там, нагнетает обстановку. Ага. Может, у нее колонка при себе была. Школьник, что ли? Ну, видал, какой маленький. Мелкий. Блин, я хочу умереть, чтобы проверить еще один баг, но не хочу умирать. Ну, не хочу, да. Хочу проверить, но не хочу умирать. А что за баг? Был же, что если некромантка несет гримуар, он иногда просто, или всегда, я же не знаю точно, не пропадал, когда она возрождалась вместе с гримуаром. Так, чего явно тоже быть как бы не должно такого. Ну да. Гримар должен совсем исчезать. А у нее, видимо, из-за того, что этот слот переключается. Ага, да-да-да-да. Гримар не исчезал. Икс неплохо, 13 икс. Мне что? Нравится. Ну это сверху же показывается, если много подряд убиваешь. Ага. Сколько икс мобов ты убил? А. Там было 13. Неплохо. На маленькой сложности это приятно, конечно. Хрен тебе так дадут на легенде убить. Я такое слышал, что разрабы тестят все на... на воителе, по-моему, на третьем. А, то есть они в свою игру не играют, в принципе. Ну это как мы пытались миссию там пройти же на скорость. И у нас ни хрена не получалось, да? Да, там как-то... А вы про башню, что ли? Да. Я ее проходил, кстати. На скорость? Мы проходили ее на сложности, по-моему, да? На минимальный я проходил, естественно. Даже по... Ну какой там можно взять, там же можно на минимальный? Да-да-да, как раз таки на рекруте. Мы сливали на воителе, потом на ветеране. Не, ну она и не рассчитана на высокую, зачем? Ну она реально, все, она как все эти DLC, что они какие-то странные карты, они просто... Там уже жестянка такая начинается, когда там, потому что там дохренище просто спавнится этих противников и арены неудобные.
Я вот с предательством не могу, это отвратительная карта. Аптечка. Я в конце надо огни зажигать. Каракас гора сможешь, нет? А, или это первая часть. По-моему. Там, где Сани катает надо, да? Да, 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 да. В конце в самом-то такая жесть. Вот я бы хотел. Эти коньки зажигать. Поиграть эти. Ну, и DLC-шные, и вот которые потом добавили вот эти. Ну, бесплатные. Ну, Каракас Гарас, тот же башня, ну, вот это предательское приключение. Вот я бы... А прошли в итоге на скорость-то? Не. Не, там я брал, по-моему, Дворфа. Чуть-чуть не успели. Я брал, по-моему, Дворфа, и товарищ у меня брал вот эльфийку, на которой сейчас товарищ играет. Очень... А мы вчетвером играли, да? Не, мы вдвоем шли. Да, мы вчетвером играли. А мы вчетвером играли. А там остальные слишком медленные для этого. Ну там либо всех этих рывковых надо брать тогда. Ну да, гном с прыжками, и вот это эльфик с рывками отлично заходит. Да, и фанатик, наверное, тогда. Фанатик и грубер рыцарь. Ну, маг с блинками медленноват там. Даже двойной прыжок это слишком медленно там. Там большая перезарядка слишком. Тут, кстати, аптечка-то. Хикс. Иди возьми. Я что-то пропустил. Там, с одной стороны... А, его же подняли и... Или что? Я думал... Как? Я думал, ты его поднял, хп у него полное. Такое так же можно, в принципе, сделать. Но если сильно тебя ударили, а ты резко поднимешь твоей штукой, а, будет может... казаться, что полностью здоров. Но на самом деле нет. Ай! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Спасибо, блин. Второй раз огнем скидывают. Да это же фигня, блин. Вышли тут из-за угла и облёт, облёт. Там аптечка была. Была. Была, да. А тут какой-то бежит. Майн. Да, вот еще одна аптечка. Мешок крысы. На этом уровне из-за того, что много вверх-вниз, непонятных платформ, слышно очень плохо, откуда это, где он там составлен. Ага. Вверху, внизу, тут непонятно абсолютно. Вот, ты там уже впереди. Ай, просто пробили насквозь. Был бы щиточек, можно было бы похилиться. Ай, вот тебе раз. Блин, а? Да, можно было похилиться. Как тебя полечить можно? Я же могу тебя полечить, да? А вот могу правой кнопкой. Да нормально, не это самое. Не волнуйся, оно тут дистанционное. О, кстати, искусство загубленное. Еще аптечка. Мне некуда взять, к сожалению. Карманов-то мало. На тебя, Дред, не действует проклятие, да? У тебя, смотрю, шкала здоровья полная. Да. На то я воин Зигмара.
Я воин Зигмара. Вот тут аптечки, аптечки. Просто много, безобразно много аптечек. Ага, то есть у тебя шмотки на него нет отдельно, я смотрю. На кого? На этого молодого лысого парня. В смысле шмоток нет отдельно? Ну, у тебя шмотка на минус урон, ну, минус проклятие. А, вроде бы была. Который на нем не работает, очевидно. Ну, скорее всего, да, потому что я общего толка поднадевал всякое. Это бесит, что приходится делать другие ради одного товарища. На самом деле, не ради одного, еще на катаклизме такая штука нужна. Ты же там не будешь брать книги? Зачем они там нужны? Ну, только если хочешь что-то посерьезнее, да? Ну, на катаклизме зачем вообще там книги брать? Там же сундуки точно такие же, как так, на легенде. Эльф. Так, ты не эльф. Блин, вы оба белые. Ну, спасибо. Я вас описал. Я знаю, я долго фармил себе эту белую шкурку. Как ты ее фармил? Ну, в этих, в двери, как они, пустоши хаоса называются. Ага, и что там нужно было делать? Там мочивка есть, там на каждого персонажа так можно сделать. А-а-а. Там три каких-то условия, пройти все карты, убив на них какого-то там особенного, с какой-то меткой обиды моба, и еще какая-то фигня. А, окей. И там с меткой очищенные все эти шкурки, они белые. Окейшки, окейшки. Единственный рычаг. Очень ну, блин, то, что надо на всех, это, конечно, жесть. Это долго. Я на Крубера немножко на этом, который с леди, не дофармил. Не попадается босс, к сожалению. И не попадает, да. Не люблю такие рандомные генераторные. Ну да, там нужно конкретного босса убить. С меткой обиды, а мне его не попалось просто. Сколько, 5-6 раз там прошел, а его не было. Я не знаю, может на какой-то специфической карте выпадает, только надо конкретно уходить. Некроманту же повезло. А тут... И поэтому и не гуглил, где там этот босс появляется. Ясно. Да, по-моему, Минотавра мне не хватило. Кого не хватило? Минотавра. Ну да, эти зверолюды, они появляются через раз. Ну, в моем случае, 6 раз они точно не появились. Грустно. Грустно, да. Это дурацкое дополнение ветромагии. То, что мобы стреляют, это отвратительно. Что у нас получилось? Ну, Рональд не дал мне ничего. Ну, генеральский сундук. Вот, больше всех убил особых. Молодец. Зато спас всех. Вот молодец. Да. Полезный. Как-то так.